Всем привет! Сегодня с утра поставили с Антохой, помощником моим, электропастух. Натянули 4 ряда. Вот так вот получилось. Маленько неровно, но ничего. Выгнали овечек. Сейчас будем смотреть, как они будут к нему привыкать. Электропастух заказывали в Белоруссии. Корл, по-моему, называется. Евгений Киселев, такой менеджер там. На фирме у них был. Ну ничего, током бьет вроде. Я попробовал уже. Довольно-таки неплохо. Сейчас посмотрим, как животным будет. С пастухом заказал сразу кабель. Ну, вот этот вот провод. Ах ты. Дергает хорошо. Третий раз уже меня сегодня. Вон там уже овечки подходят к заборчику. Ну там возле забора еще выкошено, они могут туда не пойти даже. Примерно метра полтора прокосил. О, козел пошел. О, козел прошел. Проходят насквозь, не чуют. Овечку кольнуло. А козел прошел, успел. Овечки выскочили. Вот и все.